Ladies and gentlemen, we are set for the next fight of the night. Scheduled for three rounds in the ACA lightweight division. Introducing you first, fighting out of the blue corner. He is a wrestler. He stands 187 meters tall. His official weight, 70.8 kilos. His pro record consists of 9 victories opposite 2 defeats. Fighting out of Makhachkala, Russia. Here is his official weight, 70.5 kilos. His pro record stands at 6 victories opposite 3 defeats. Fighting out of Krasny, Russia, is Gaul Shadayev. And the referee in charge of the action, Victor Gornev. Итак, дорогие друзья, бой под номером 16, 25-летний Дауд Шаяхаев против 30-летнего Иман Али Гамзатханова. В самом расцвете сил оба спортсмена. И если они на что-то серьезное рассчитывают, то нужно это делать сейчас в своей карьере. Ну, в то же время, конечно, у Шаяхаева чуть больше времени. Стартовая сирена прозвучала, и Шаяхаев чуть-чуть поддавливает, но пока что без активных действий со стороны обоих спортсменов. Оба являются базовыми борцами. Хорошая борцовская база у них. И, вероятно, предпочтут они не тратить силы и работать в стойке. Но так или иначе, переводы они происходят даже в таких боях. Кто-то чуть выше уровнем. Будет в борьбе именно в этом аспекте. Лоукик наносит правый Иман Али Гамзатханов, тут же справа отвечает Дауд Шаяхаев. Еще одна попытка справа бокового, но там уже до цели не дошел удар. Левый прямой от Гамзатханова, еще справа добавляет боец клуба Dark Fighters. Вот так вскользь. Очень тяжелые руки у Иман Али Гамзатханова, это отмечали многие его соперники. И это известный факт. Дауду Шаяхаеву, конечно, вот мы видим, что Дауд тоже идет вперед. Надо не застаиваться, потому что принимать на себя эти удары — это очень сомнительное удовольствие. Нужно постоянно двигаться. Вот справа мы видим, выстреливает опять Иман Али Гамзатханов. Кик левый в исполнении Иман Али Гамзатханова. Пока что много ударов мимо цели. И вот здесь вот попытка перевода. До конца не удалось его провести. Это тейкдаун Иман Али Гамзатханова. А настойчивости где-то не хватило Иман Али. А вот здесь бойка очень неплохая. Гамзатханов, ну, здесь запрещен удар. Последовал в этой комбинации. Прям рядом, вот. Как будешь готов? Приходит в себя Дауд Шаяхаев и готовится к возобновлению. Давайте на центр. Поединка. Да, повнимательно. Секунду. Тайм. Файт! Возобновляется у нас поединок. Обмены джебами и лоу-кик уже мы видим в исполнении Иман Али Гамзатханова. Право очень опасно. Плотный удар нанес на платформе, который немного потряс Дауда Шаяхаева. Более агрессивно начали бойцы, уже вкладываясь в удары после такого спокойного начала. Еще два сдвоенные джеба, потом еще справа добавляет Гамзатханов. Слева пропускает Шаяхаев, колено неточное. Вот это перестрелки сочнее оказывается из раза в раз. Иман Али Гамзатханов. Правый прямой.
как мы и предполагали, стойки предпочитают действовать. Бойцы, вот работа в клинче, очень сильные физически оба. Колени в клинче обоюдные. Ну и на выходе справа и слева попадает Иманали Гамзатханов. Тяжело, конечно, приходится в первом раунде Дауду Шайхаеву. Ему нужно поверить в себя. Неплохо справа пытался он достать соперника, не дошел до цели этот удар. Впрочем, как и атака Иманали Гамзатханова. Но тем не менее, хороший лоу-кик, тем же отвечает Иманали Гамзатханов. На выходе снова Гамзатханов попадает справа, потом... И также отвечает, да, отвечает, да, вот Шайхаев. Хороший раунд мы с вами видим, стойки очень динамично, легко смотрится этот бой. Решили бойцы подарить зрелище зрителям. Хороший фронт-кик в туловище от Иманали Гамзатханова. Ну и, конечно, чувствуется зажатость Иманали. Он больше года не дрался. И видно, что они в своей тарелке. Он до конца еще не раскрылся. И вот пошел вперед. Иманали вытаскивает ногу. Переводит партер. Нет, точно. Оказалось, блок пришел от Иманали Гамзатханова. Попадил, конечно, для этих проблем у Шайхаева. Второй раунд завершается. И такой равный поединок. Эпизодические попадания были. Более точно попадали то один, то другой спортсмен. Такой равный, интересный, по-настоящему интересный, такой приятный для просмотра поединок. Да, мы отметили, что очень легкий для просмотра поединок. Вот по повторы опасного момента. Вот удивительно, что Иманали не пытается накрыть своего соперника после попыток тейкдаунов. Лоу-кики, вот мы видим, что чистых попаданий было много с обеих сторон. Извините, мало. Вот единичный случай нам сейчас на повторе показывают. Останавливаются бойцы, насколько это возможно. Что ж, все готово к началу второго раунда у нас, уважаемые друзья. Иманали Гамзатханов против Дауда Шайхаева. На встречный удар и как раз таки по инерции потерял равновесие, оказался на насиле Дауд Шайхаев. И пожалуйста, обмены ударами на ближней дистанции. Одиночными ударами в последние секунды атакуют бойцы. И Гамзатханов больше этих самых одиночных ударов будет. Вот посмотри, джеб и сразу же боковой от Дауда Шайхаева. Классная комбинация. Справа заряжал Дауд Шайхаев с дистанции. Работа в клинче. Очень тяжелые колени в клинче. Хорошо попадает Шайхаев.
до Гамзатхана, конечно же. Лоу-кик в исполнении Гамзатхана, и тут же отвечает лоу-кика Шуахая. Не хватает точности вот обоим бойцам, вот вроде они выбрасывают эти удары, вот жестких попаданий, точных, очень мало. Да, в основном либо в блок, либо в воздух. Работа в клинче продолжается. Две минуты до конца второго раунда. Такая небольшая пауза у нас возникла. Бойцы переводят дух. Виктор Корнеев внимательно наблюдает за тем, что сейчас происходит. Второй раунд у нас действительно перевалил за свой экватор. Менее 2 минут остается до конца. И справа сейчас попадает Манали Гамзатхана на выходе. И сам тут пропускает. И опять колено очень серьезное. Левое прямое. Еще комбинация исполнения Гамзатханова. Шуахаев идет, подтавливает. Но вторым номером действия Гамзатханова достаточно часто зацепляется его оппонента. Оу, и сам справа до Шуахаева попадает. И тут же колено в клинче. Еще одно. Еще одно второе подряд колено пропускает Шуахаев. Теперь на цели. Лоу-кик и джебом таким тычком навстречу. Лоу-кик от Иманали Гамзатханова навстречу. Побеждает Шуахаев. За других, да, действительно очень много джебов накидывает, как ему подсказывают угловые Иманали Гамзатхана, и очень часто они доходят до цели. Вы видите, что это колоточек буквально нос у Шуахаева. Хороший лоу-кик, да. Еще справа добавляет голову. Еще обоюдные справа. Атаки сам справа пропускает. Зовут Шуахаев. 20 секунд до конца второй пятиминутки у нас остается. На уклоне уходит от атаки соперника Иманали Гамзатханов. Очень опасный обмен ударами здесь на коротке. Хороший бой мы с вами видим. Повторимся, уважаемые друзья. Действительно, ни на секунду не останавливаются бойцы. Хорошая перестрелка в стойке. Как мы могли подозревать, базовые борцы решают биться в стойке. Вот. Да, позади два раунда и очень близких. Два раунда на самом деле. Не так-то уж легко вот кому-то отдать предпочтение. Если честно, до поединка казалось, что Иманали будет явным фаворитом в данном противостоянии. Но мы видим, что в бою Дауд Шуахаев проявляет себя очень хорошо. Ну что ж, уважаемые друзья, все у нас готово к началу третьего раунда. Третья пятиминутка сейчас начнется. Зал находится в заведенном состоянии. Поддерживает Дауда Шуахаева. Да, у себя на родине выступает Дауд Шуахаев. И, естественно, трибуны на его стороне. Обмен лоу-киками. Идет
идет вперед, да, вот Чайхаев действительно воспрял духом. Боец клуба Беркут. Лоу-кик и обмен ударами. Да-да-да. Включились, по-настоящему включились бойцы. Неудачная попытка тейкдауна и колено тут же отдал до Чайхаева. Поймал кураж Чайхаев. Такое ощущение, что поймал кураж. Идет вперед, почувствовал уверенность в своих силах. Пытается развить вот эти удачные моменты, которые у него появляются. Работа в клинче продолжается. Борьба за инициативу, как говорится, у очень жесткое колено. Выход из клинча. И обмен ударами. Посмотрите, дарят публике зрелище бойцы. Вот это да! Кандидат на бой вечера, уважаемые друзья, это несомненно. Делают все для того, чтобы украсть от бой фейерверками, бойцы. Продолжает создавать Чайхаев, тут же проваливается. Выбирает корпус. Манали Гамзатхана перевести. Пока не получается. Чайхаев такой еще немного сейчас восстанавливается, потому что действительно тяжелый период. Там уже такой, для обоих спортсменов много ударов было нанесено. Причем работали в темпе спортсмены. Кровоточит нос Удауда Чайхаева. Очень серьезно колено он пропустил. Клинчи. И при этом Иман Алиев находится за спиной у соперника, пытаясь извлечь максимальную выгоду из этого эпизода. Очень грамотно при этом защищается Чайхаев. Перенести Чайхаев, разворачивается. Действительно, очень грамотно защищается Чайхаев. При этом Иманали Гамзатханов пытается все-таки провести этот тейкдаун. Не получается пока у него. Решили побороться под занавес этого поединка бойцы. Конечно, устали, и усталость накопилась, и ущерб уже у обоих мы видим. Да, и сейчас, конечно, стратегически важно будет, удастся ли провести этот тейкдаун Гамзатханову или нет. Очень важно, потому что бой-то равный. Да. Мы видим очень равный бой. Любое техническое действие может оказаться ключевым вот в последнюю минуту. 40 секунд остается до конца этого противостояния. Напоминает, это 16-й бой сегодняшнего вечера нашего бойцовского марафона, состоящего из 20 боев. Двадцать секунд до конца этого боя. Иманали Гамзатханова против Дауда Чайхаева. Не позволяет Дауд перевести себя в партер. Что ж, увидим ли мы обмен ударами на последних секундах? Да, шикарнейший бой. Достойный бой. Ну, достойный спортсменов. Действительно, как мы говорили, ожидалось, что фаворитом будет в этом бою Манали Гамзатханов. Но то ли уж очень хорошо подготовился к этому бою Дауд Чайхаев, то ли сказался долгий простой Гамзатханов, то ли и то, и другое в совокупности, но бой был очень
близким. Вот то самое колено, да, которое мы видели. Вероятно, даже где-то без подозрения на сломан у нас, хотя нет. Ну, оба считают, что они победили. Оба благодаря зрителей. И Дауд Шайхаев, и Иман Али Гамзатханов. Бой был действительно потрясающий. И мы теперь ждем еще одно противостояние, очень яркое, интересное. Впереди еще 4 боя. Так, Асанбек, делись впечатлениями, чем с тобой сейчас Дауд Шайхаев поделился? Ну, он показывал на свой поврежденный палец, были определенные проблемы подготовки к этому бою Дауда Шайхаева. И, в общем, озвучил эти моменты. Да, действительно, он меня, если честно, удивил. Да, действительно. Бой, и тем не менее победа отдается Иман Али Гамзатхану, возможно, из-за большего количества нанесенного ущерба, хотя оно примерно равно было, возможно, то, что в третьем раунде он пытался действовать первым номером, ну не знаю, судя беднее. В любом случае, поздравляем Имана Али Гамзатхану и поздравляем Дауда Шайхаева, потому что он провел очень качественный поединок. Да, действительно, Дауд Шайхаев показал себя молодцом, дав очень равный бой заведомому фавориту Иман Али Гамзатханову. Поздравляем нас всех, был очень яркий поединок. Идем дальше.